И было два стихотворения, которые меня в мои 16 лет ну, просто потрясли. Конечно, они про любовь. Первое стихотворение — это Есенина. А даже прям прочитаю. Даже, возможно, целиком вспомню. Чтобы вы понимали, откуда строчки из следующего моего. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщин, и зелье падкий разонравилось петь и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут, и чтоб прошлое, не любя, ты уйти не могла к другому. Поступь легкая, нежный стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил, только б тонко касаться руки и волос твоих цветом осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. С первой строчки я влюбилась в это стихотворение, там заметался пожар голубой, запомнили, да? Ну и следующее стихотворение, это было... Я после урока литературы побежала искать это, не было еще интернетов и смартфонов, побежала искать, что это за стихотворение. Это Маяковский, «Лилечка». Не буду целиком, напутаю там начало, но вот это место до сих пор, наверное, из всей поэзии, вот эта строчка у меня самая любимая. Нет, я не буду сначала, да, там дым табачный, воздух выл. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу у виска нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, ни властно лезвие, ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что сердце цветущее любовью выжег, и слов моих взметенный карнавал рассыплет страницы твоих книжек. Слова ли сухи, слов моих сухие листья ли оставят, заставят остановиться, жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Поэтому вот это во мне живет много лет. И когда я написала свое стихотворение про любовь, ну вы услышите сейчас, все услышите.